прихорашивается. Иде поздравлять, сама прихорашивается. А я же такси приехала, я спешу. О боже. Леся, сегодня в ресторан на 6. А что на 6? На 6 впереди. Я не успеваю, как я не буду успеваю? Далеко. У меня встреча с адвокатами. Тебя не будет в ресторане? Я могу на 6:30. Ну приходи. Поплавок? Мы будем поплавок, да. С днем народження тебе. О боже, давай. Снимай платье. Ой, спасибо, Леся. Ну зачем ты тратилась? Радости. Ты ж не знаешь, что это. Я надеюсь, тебе понравится. Это стильная и модная сейчас вещь. Стильная и модная. Это галстук? Нет. Бабочка? Посмотришь? Наверное, ванну пока. Ну, ты носил. Хорошо, на футболку одену. Да, красивая. Спасибо. Счастья тебе, радости, здоровья, чтобы ты всегда был такой жизнерадостный. Жизнерадостничка, жизнерадостный. Позитивный. Спасибо, Леся. Светлый такой, хороший, добрый человек. Спасибо огромное. Вот, и творческих тебе успехов. Спасибо. Как Квитка Цицик прошла, рассказывай. С днем рождения. Спасибо. Я тебя люблю, целую. Спасибо. Как ну, расскажи? Прошла, она не прошла, премьера будет еще. Ну, в Полтаве как прошла? Спасибо, шучу, так я давай я поделюсь. Так, пригощайся на бир цукерок, спасибо огромное. Это очень вкусно. А тут сейчас не знаю. Так, а ну раскрывай. Ну, откроешь, потом меня не будет, откроешь да? себе. Я побежала, у меня такси. Как прошел спектакль, скажи, хоть ну, хорошо пришло. Принимали, там пришел мальчик один. С Киева он писал мне, да. Он сейчас в Киеве билет тоже купил, придет еще и туда. Кстати, хочет вам подарки прислать. Ого. Спросил меня, куда и как. Хороший мальчик. Стильный. Он как то ли модель, то ли кто-то. Понятно. Ну ты сама ну, вообще понравилась. У тебя новое платье или что? Премьера спектакля. 25 числа приходите, да. Будет любовный напиток. 24-го. 24-го? Да. А, 24-го. Это сдача была. Видишь, я еще краску мыла. Леся тоже участвует в спектакле. Там похожее платье, тоже вся голая да, спина. Да. А это не, это мое. Красивое платье. Там похоже. Приходи на сдачу. И на премьеру 25-го приходи. 26-го Квитка Цицик. Я же хочу ну, взглянуть. Давай я тебя подержу, ты это. Давай. Ты снимай. Давай. Пока, Оль. Все, давай я так надо, душу цветный. Что ты вчера убежала? Я же пришла ну, что, Леся, на спектакль, думаю, выйдешь на поклон или где-то там в антракте. Я же в антракте прибежала, тебя уже нет. В антракте втором? Да, ну, я... ну сразу как ты спел, я в антракте уже была здесь. Ну антракт уже я уехал. А бумажку можно рвать. Можно рвать? Это бабочка. Бабочка и платочек, наверное. Только, только бабочка, ты. Прикинь. Ух ты, нифига себе, деревянная бабочка. Да, такая. Не первый раз такое вижу. Это какая-то Крэгу фирма. Ничего себе. Ну ты же у нас модный. Говорят, что это сейчас ведущие всякие носят. А ее только на футболку? И у тебя же была, тебе прислали какую-то рубашку такую синюю. Да, такая бабочка, Леся, спасибо огромное, прикольно. Ну у тебя же есть деревянные но очки, я модель, помню, да. Такие светлые. Такая деревянная бабочка. Все, будешь самый модный. Спасибо, в театре, Василька. Всяком случае. Спасибо тебе большое. Не за что. Днем рождения тебя. Спасибо. Счастья. Тут написала, да чего ж Леся не поздравила? Леся не спила вчера, Леся звонила, я вже в машині їхав. Що там, давай снимем. А, я все снял. Спасибо, Василька. Все, целую, пока, давай. Люблю. До вечера я прибегу. Давай, приходи. Я на... просто до 6, я на 6 буду еще на Сталинграде. Ну давай, сразу едь. Давай, пока все удачки. Приедет. Спасибо тебе. Можно праздновать еще неделю после этого. Да, спасибо. Подарила такую бабочку деревянную. Первый раз такое вижу, кстати. Это правда, наверное, стильно? Такого не видел, по крайней мере. Такие вкусные конфеты, я уже одну съел. Смотрите, какие. Это грильяж фруктовый. Это метеорит упал на землю. Сходная ночь. Ну, схидно, то есть. Схид это заход. Такие конфетки. Вкусно. Обалденно.
Зернятка — это подсолнух. Семечка. Но смотрите, на украинском семечка — это насиння, семечки. Насиння. То есть вот это подсолнух дает плоды, насиння, то есть семечки. А зернятка — это как... Леша, что такое зернятка? Как перевести на русский? Зернятка — зернышко. А подсолнухи разве зернышко? Зернышко у пшеницы? У пшеницы? Ну, зернышко имеется в виду не семечко, а... Ядро? Ну да. Странно. Так, а так было бы насиння, насинына одна? Нет. А как вот насиння? Насиння — это семечки, одна. Семочка — насинына? Наверное, же насинына, одна насиннечко. Не знаю. Ну, зернятка — это зерно пшеницы. Вот это в зернятке. Ну, зернышко, не знаю. Так, вот это тебе. Что, опять? Я уже съел. Ой, спасибо, а что это? Это с картошкой. Леша, что, ко мне поедем, че уже будем тут? Уже 4 часа. Уже тут. Пойдем туда погуляем. Были конфетки, это Олеся принесла, поздравила, Женьку бабочку подарила. Спасибо. Подивися, куда Олеся бабочку подарила. Да ты шо, круто. Шо, она деревянная? Угу. Ничего себе, я такой не видел никогда. Не, я не видел никогда. Здесь в блёстках. Круто. А я сначала не понял, думал, что это такая, она ткань, это... Ага, деревянная, я не видел такой никогда. Крава, ну ничего себе. Угу. Вкусный пирожок с картошкой. Ты у бабушки покупал? Не, это у меня в киоске. Еле дождалась. Ага, рука в брюки, ага. С кем там давай, деловой. Деловые, ага. Привет, булка, ведет. Привет, Бонифаций. Где Плеханова? Живешь, живешь не Днепропетровске, не знаешь, где Плеханова? Сказали, мы идем, нет, мы сказали, навстречу. Иди в сторону по Плеханова, в сторону театра, мимо новой почты, я же говорю. На какую почту? Я сел и жду. Сел и жду. Каже, я уже... Давай мне браслетик. Давай, достигни ему, Леша. Давай. Браслетик. Как у меня. Сейчас ты мне денег. А вы сейчас куда идете? Не мы, а мы вместе идем, не только мы. Подожди. Что у тебя руки выросли? Горенька, 4 по 500, это 2000, 5000 рублей. Это в переводе 2000. Что сказать? Это Алекса Москва прислала тебе. Поздравила с днем рождения. Спасибо большое. Ну, для меня слов достаточно. Тогда отдавай обратно. Ты будешь высылать обратно? Да, не, я пойду потрачу. Игорюнька, что это за дом, скажи? Ну, не знаю, московская 20-часть какая-то организация. Ты посмотри, 1900 какой-то на человека. А где ты? 1900 там циферка. А скажи красиво, мне кажется, это чей-то дом такой. Такие конусные вот такие вот. А, 1900, вот, да? Ага. 10-й. Ой-ой-ой, 107 лет ему. Ага. А ну пошли туда, зайдем сейчас. Ну, видно, чей-то был домик. Какой-то особнячок такой. А красивый, мне нравится. Сейчас быстро перейдем. А что ж тут было, интересно? Кто-то жила, какая-то графиня, какая-то там княгиня, чи кто-то. Баронесса. Интересно. Закрыто. Смотри, какие кирпичи старые. Мне так нравится такое. Это что-то жил тут, Игорь. А представь, если кто-то так выкупил, да, себе? Это пристроено потом позже, да? Да, пристроено позже, я думаю. Слышишь? Это немножко неудобно. Смотри, вот с этой стороны домик, да, красивый? Мне нравится, красивый. А вот тоже мой кабинет. Да, ну то понятно, ну просто вот такой дом красивый. И непонятно что, понимаешь? Ну что непонятно что? Это кто-то жил же. Жили дворяне тут или мещане. Красивый. У Игоря тоже был у семейства их дом целый здесь недалеко, да, от театра. Красивый, прямо возле театра. Да. Но театра тогда не было. Там потом была это, тюрьма двухэтажная. В твоем доме? Нет, не у моего. Где театр оперный? Была тюрьма? Да? Тюрьма.
Что, серьезно? Двухэтажная тюрьма. Говорили, что там кладбище. Не, говорят, кладбище было раньше. Потом парк какой-то был. Кладбище знаешь, где было? Где стадион? Метеор. Вот это городской стадион. Да? Вот это было городской стадион. Там был сквер детский. Бензоколонка была. А вот это что за дом, Игорь? С колоннами. Это жилой дом был тоже? Не, не, это не жилой. Всегда какой-то через... Почему не жилой? Никогда он не был жилым, да. Вот это жилой вот Сталин. Да, это классно. С такими балконами. Ага. Я люблю такие дома, мне нравится. Там что-то. Потолки высочайшие. Смотри, его ж не ремонтируют. Ты видишь, вот третий этаж, все. Лепка обсыпается, облучивается, на потом позамазывают вот так вот, знаешь, чтобы... Черт и чем, ага. Красиво, я люблю такие чтобы дома. Чтобы не ремонтировать, так они вот такие сверки. А ты видишь, что, а ты видишь, что еще вот тут вот старые панели крашены? Это детский сад. А, это детский сад? Смотри, как красиво, да, сделаны окна вот эти. Знаешь, как красиво? Я бы хотел вот такое, чтобы было жилье. Ну, уже... А если бы полукруглое, чтобы окно было? Ну, да. Посмотри, все валится. Неужели тебе хотел бы или что-то полукруглое? Мне нравится, когда вот ворота закрываются в двор. Ну, раньше красивые были ворота. Вот у нас, я напротив, памятники. Ну, вот, ну, здесь там коляски стоят. Это детский садик, да? На первом этаже, да. Мне кажется, детский садик в жилом доме не должен быть. Это отдельное здание должно быть. С детской площадкой. Как ну, это детский садик? Там, во дворе есть, там есть площадка. Есть во дворе, да? Угу. Там должен быть отдельный дом. Вот это шелковицы. Да. А где шелковицы? Конечно, нет. Как же нет, если вот, вот насыпано? Это вот это шелковица, да. Видите, шелковица, он как растет там. Огромная. Черный, ага. Огромная. На полу вот она. Это шелковица. Видите, какая она? Такая, как ежевика типа, да? Почему? Какая ежевика? На ежевику похоже. Черная смородина. Ой, черная. Ремонт зутя. Интересно, есть за границей? Вот интересно, в Америке ремонт обуви. Или там они поносили и выкинули, мне вот это интересно. Ой, какой вот. Мне кажется, в таком одну ходит. Ага, выгодно. Нет, как у нас точно. А тут что делается? В этом доме жила Оля Бахунова. А. На первом этаже окна выходили на улицу. Нас пригласила Алла в ресторан поплавок. У тебя зайду, я никогда там не был. Смотри, какая труба, что это, котельня или что? Труба потом небо идет. Ну, а где же ты говоришь, что? А, вот а это, вот да? Тут, наверное, загорожено. Игровая площадка. Красиво. Видишь, это для детей, наверное, вот это вот садик. Вот тут, наверное, площадка ну, для да, детей. Да, туда их выпускают, погулять. Как ты делаешь? Ну, не знаю, Валентина Ивановна Коробко подошла, говорит, очень хорошо, похвалила. Ну, молодец, послушаю тебя. А у меня запись записана. А, а ты за Лешу? Не, ты за Лешу спрашиваешь? Да. А, я думал, ты Трике спросил. А, ну я знаю, что ты Трике спросил. Там хорошо. Ну, сказано, смотрите, как там интересно запутано паутиной дерево. Да, да, вот. А вот это шелковица, смотрите, вот она такая. Ставил. Там слушаешь и отдыхаешь, понятно? А у нас вот такая голова. Это липа. Это липа, Игорек? Где? Вот это. Нет, это не липа. Это не липа. Это типа или для какой-то не черемуха. Смотри, какое дерево огромное. Да. Какое дерево огромное, тополь. Знаешь, как ну, оно все в пуху. Видишь? Ну тополь. Да. Страшная вещь для Али. Вот этот птенчик. Да. Вот я такого хочу. Это класс. Это клево, он тогда привыкает очень хорошо. Вот же забрать его. Надо зайти через ворота, вот там, наверное, в садике. Закрыто, а?
А тоже ворона, ты говоришь, где-то эти каркают, то птенчик. Вот это ж, видишь, а вот он и есть. Вот это очень хорошо привыкает. Он у нее выпал. А ну подержи, да? А как ты его заберешь, Игорь? Перелезешь? Давай я перелезу, я же легче. Давай, ну давай. Ну а что нет? Потому что все равно он погибнет. А так он классно привыкнет. Маленькие хорошо привыкают. Ворона на мяч трахает. Кто она и орет, видишь? Кто она и орет? Она за птенца. Да, да. А она... что ж, Игорь, она ж плакать будет? Да ну поплачет и что? Ну я так перестань. Выкормлю, а так что он? Бери. Живой? Бери, бери, не бойся. Чтоб она не видела. Давай я рот ему закрою. Ой, Игорь, надо на него идти. Скорее иди. Ого, как он орет. Все, все, уже переорал. Отцы, вот и тут встань. На вот это, на. Папа. На. Кравый детина, ты что, мне жалко ее? Ну ничего. А что ты? Не дерево, она же его не поднимет. Она его уже не поднимет. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, не задуши ее. Нет, надо, чтобы она... А как мы в ресторан пойдем с ней? Ну, так я в сумку. Она будет уже. А ты, она выживет, Игорь? Запросто выживет. Да, она, давай, один. А тут он не выживет, она ж не поднимет его. Она его кормить не может на земле, да? Слышишь? А ей в гнездо ей засунуть нельзя? Нет, а где-то у них, знаешь, под крышей где-то. Как-то где-то. Она кричит, жалко ее, конечно, мать. Ну, давай ее туда заберем. Сюда мы заберем. Она, глянь, следит. Ой, мне так жалко, глянь. У меня она сердце. Она начала так летать над тобой. Если бы не дерево, мне кажется, она тебя начала плевать. Конечно. Видишь, она летит. Она следит. Пришли в поплавок, она и там. И долетает, да. Пришли в ресторан, она туда. Ну, я сразу чувствую, где... Да, и мы идем, а каркает ворон. Он говорит, Игорь, когда так ворона каркает, где-то птенец. Ну, а я говорю, или змея. Слушай, а он говорит, нет, тут змеи не бывает. Они по-разному каркают, потому что если именно так, вот это птенец. А иначе, значит, что-то другое. Вот я чувствую по крику. Да, вообще так жалко ее. Ну, конечно, а что, ну так ты спасешь его. А так он бы умер, Игорь. Ну так она же его не поднимет, все равно. А зачем ей поднимать? Она не может на земле его кормить? Она на земле его. Ну, в клюв засовывать ее. А ну, тогда. Трамбовать. И жалко, и ничего не сделаешь. А ничего, выкормлю. Да? Да. А давай сюда его привезем, когда выкормишь. А она его все равно. Ну, так она недолго помнит. Да? Да, ну лучше, знаешь. А сколько кормить его надо? Летать не научится. А вообще лучше, вот там у меня в посадке. Он тогда с дерева на дерево будет. Он так орет. Он немного орал. Это если, если знаешь, уже подросток такой большой, он орет, кусает. А это не такой. Это малыш. Он уже и привык. Он не больной, не Игорь? Ну, пока нет. Пока нет? Глянь, какой рот здоровый. Ой, красивый. Это девочка? Ну, а рот не разорвишь. Да. Потом, когда выкормишь, Игорь, покажем. А давай сюда привезем, отпустим. Ну, там мама его. Может, они будут жить. Ну, может, и отпустим сюда, но мне кажется, вот в лесу. Ну, а что, тут же живут они. Ну, не знаю, посмотришь сам, в общем. Мы пришли в ресторан. Клёв такой. А где же он у тебя будет, в квартире, Игорь? А у меня же клетки. А потом выпущу по лоджии там. Закроешь лоджию, да, чтобы он... За лапку привяжу. Закрою. Такие хорошие. Видишь, он даже и хвоста нет еще. Оно все равно не выжило. Как кот или что-то собака. Да, не соображаны, ну, что-то модели. Хорошая кошка тоже могла на него. Они задушили бы вот эти. Да. Оно же еще начало бегать. Любую собаку бы это завело или кошку. Как кошка быстрее бы, да. Задавила бы просто. Они не жрут, конечно, кошки. Не, не всякая. Им кушать хочет, наверное. Да, пока ничего не хочет. Кусок. А где у него ножки? Это он еще, видишь, не оперился даже. Ведь. Ну да, толком еще нет. Еще хвоста нет такой. Ой, какие интересные. А я взял, он так стал кричать. Ты видишь, глаза голубые. Ага. Потому что еще птенец, маленький, а потом да, коричневый. Это как у щенков, у котят, да.
а потом коричневый. А красивый такой. Вот сегодня новый, это самый жилец Игоря, новая забота. Ага. Да, не боишься дядя Игоря? Да, он уже не боится. Не боишься. О, Игоренька хороший. Ну там животных много, ты будешь хорошо. Он классно разговаривает, кстати. Да? Да, вот сейчас его можно научить говорить. И что он будет говорить? Что хочешь. Повторять чисто, да? Повторять. Вот как попугай. Да? Угу. Игорь, Игорь, Игорь. Сейчас, наверное, нет. А со временем. Вот Алла нас пригласила в такой ресторан напоследок. А, кстати, вон она сидит. А, вот уже Алла сидит. Да. Вон она в шляпке. Так пошлите, что ж мы. Ты думаешь? Ну, конечно, что же она одна. Алла нас ждет. Пошлите. Вот цветочки такие, видите, бутончики молодые. Вот это липа, да? Липа? Не, это не липа. Не липа, похоже. Похоже, но не липа. Не липа. Пошли. Алла, мы тут. Ресторан поплавок. Метуть, грибуть ковровую дорожку. Заходи. Легкие гламурные кроссовки. О боже. Король гламура сильнее известен. Слышишь, приехал уже. Шел и нашел. Собирают, как видите. На кухне. Как закали подойти. А вот сюда, через бок. Вот такой ресторан поплавок, я никогда тут не был. Открыть с 11 до 3. Ага. Привет, Алла, мы тебя снимаем, а ты нас. Спасибо тебе за приглашение. Я еще не начала. Такая красивая накидка. Сюда, все ко мне. Да, да. Так, вот мои Давай. Друзья приехали, смотрите. Вот это Самвельчик на мини-триплоге. Это Игоречек Борисович. Который, а это Алешенька, наш любимый. Спасибо. Израильтяне, смотрите, вот это Алеша, которого вы любите по его, за его бас. Обратили внимание? Алешенька, поклонись, вот, вот это мои друзья ближайшие. Ой, а сзади Гаврилов. Боже, сзади Серега, привет, дорогой. Гаврилов, который поет превосходно. Да. Ну все, пока на этом закончим. Ребята, Алла, молодец, блогер. Молодец, хорошо снимаешь. Ты знаешь, сколько лет? Молодец. 11-й год. О. Только я делаю все на иврите, потому что я иду все. Ну что, пойдем тебя. Ну пойдем. Сейчас ловко наберу, скажу, что делаю. Пусть заходит, да. Ой, тут так хорошо внутри. Смотрите, никогда тут не был. Здравствуйте. Здравствуйте. Кафе. Тут и караоке есть, видите, можно караоке петь. А что не заходите? А он уехал? Малой уехал, Соломию я увез. А Колясик уже сдает экзамены, ему надо поступить сейчас. Куда поступать? Кулек. Там так хорошо внутри, мне понравилось. А, в училище? Там вообще, здесь везде хорошо. Угу. Вы знаете, хорошо как-то есть рядом друзья. Ой, это точно. Это точно. Тебе привет от твоей соседки. Спасибо большое, да. Она вообще очень тобой довольна. И я очень довольна тем, Спасибо. Что, во-первых, и благодаря тебе я ей немного помогу. Не сильно, но помогу. 10 сеансов массажа, я считаю, это нужно. Потому что человек, когда напрягается, ну, надо снимать все.